Всем привет! Сегодня у меня сразу две посылки. Одна пришла вчера вечером, уже не спал снимать. Вторая пришла утром. Это по Укрпочте, это от Новой почты. Так. Здесь весы, судя по конфигурации. Что здесь, не догадываюсь. О весах у меня уже такие есть. Решил еще взять, но уже пришлось брать у другого продавца, у которого брал в прошлый раз, уже не было. Проблем с весами тоже не было. Так, единственное, что с виду они такие же, но да, вид такой же, но по размеру что-то кажется, что чуть-чуть меньше. Все остальное проходит. Ни слова по-русски, ни по-украински. Упырышка одна, хорошо запакована. Здесь, кстати, тоже в середине пупырышка. Так, есть даже. Пардон. Подготовился. Так, главное, чтобы запустились. Так, ну что, включаем. Включается и ура. Так. Ура, ура. Запустились. Ага. Да, здесь не очень в середине эти вот пружиночки ровные, как-то выворачивает батарейки. Мне, кстати, мышка здесь у нас покупал китайская, та же самая ситуация. Так, все зажглось, вот, все нормально вроде бы как. Это уже немного перепугался. Так, в унциях там измеряют, в килограммах. Нас унции мало интересует. Приступим ко второй посылке. Разные вещи придумаю, чтобы подвешивать, но и сообщу. Так, что у нас здесь? Кстати, ну, тоже там в середине обычная пупырышка. Ну, как видно, надюжа. А, приехал аккумулятор. Кстати, не отслеживался совершенно. С Китая. И тут, ну, я пробиваю его, мне пишут, что типа Турция. Турецкие авиалинии и все. И граница. Таможня. Так. Аккумулятор это для моего бывшего телефона Xiaoyu. G3C, по-моему, или S, уже даже забыл. Но он отправится уже теперь к новому владельцу телефона. Так что там уже будем, как говорится, тестировать на расстоянии. Да, по цвету такой же, как и у меня в телефоне стоит. Единственное, что, конечно, у нас, как всегда, могут
и обмануть. А я сейчас возьму и сделаю шаг конем. Я его просто взвешу. Оп. 47 грамм. 47 грамм. Уже так не покажу. Ну, надеюсь, поверите. 47 грамм. И будет, конечно, интересно проверить по весу свой предыдущий. Но могу сказать, я когда свой последние разы в руки брал, то он такой уже как-то чуть-чуть, ну, начинал сдаваться. Все-таки 3 года ему уже было. Поэтому, продавая телефон, заказал запасной аккумулятор. Вот. Продавал человеку знакомому, поэтому связь не потеряна. Уйдет себе. И даже, может, я его попробую взвесить, старый аккумулятор. Сколько он. Потому что другими приборами я не обладаю, проверить не могу. Так, ну, на этом пока все. Спасибо за внимание.